Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Сегодня мы прочитаем 19-й текст из 4-й главы Бхагавадгиты. Глава называется «Божественное знание». Ясья сарви самарамба кама санкалпа варджита гьянагни дагдха карманам тамаху пандитам буддха. Перевод. Тот, кто действует, не стремясь наслаждаться плодами своего труда, обладает всей полнотой знания. Мудрецы говорят о таком человеке, что все последствия его действий сгорели в огне совершенного знания. Комментарий Шрилы Прабхупады. Только тот, кто обладает совершенным знанием, может понять действия человека, развившего в себе сознание Кришны. Поскольку человек, обладающий сознанием Кришны, не стремится к чувственным наслаждениям, про него говорят, что он сжег все последствия своих действий в огне совершенного знания. Знание о том, что по своей природе он является вечным слугой Верховной Личности Бога. Только тот, кто понял эту истину, обладает подлинным знанием. Это знание подобно огню, который, вспыхнув, сжигает дотла все последствия нашей деятельности. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшуру милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитаме на бутале своям рупа кадамаям дадати сва падантикам ванча калпа тарубьяшча крипа синхубья эвача Патитанам Паванибью Вайшнавибью Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштхая Бутали Шимати Бхакти Веданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатьядеша Тарине. Яся Сарви Самарамбха Кама Санкалпа Варджита Гьянагни Дагдха Карманам Тамаху Пандитам Буддха. Тот, кто действует, не стремясь наслаждаться плодами своего труда, обладает всей полнотой знания. Мудрецы говорят про такого человека, что все последствия его действий сгорели в огне совершенного знания. А здесь Кришна описывает плоды истинного знания. Этим плодом является освобождение от кармы. Истинное знание – это не просто какой-то вот набор какой-то информации, какой-то кругозор или эрудиция. Это начальный этап обретения знания. А результат этого процесса познания состоит в том, что меняется судьба человека, меняется направление его жизни, меняется содержание его жизни, для чего он живет, с какой целью он живет, с какими мотивами он живет, с какими мыслями и чувствами он живет. То есть, когда знание из его сердца выдавило невежество. Это обозначает уже плод знания. То есть начало познания, это мы обретаем это знание, и теперь оно должно произвести определенный эффект. Как вот какое-то лекарство, проходит время, вот, допустим, у человека болит голова, он выпил какую-то таблетку, она проходит не мгновенно, но через какое-то время, там 10, 15 минут, 20 минут, то есть какой-то происходит процесс, и получается результат. Вот, точно так же, когда знание входит в человека, это должно обязательно привести к какому-то результату. Не то, что он обрел знание, а жизнь его осталась прежней.
работает. Это обозначает, что знание это не возымело эффекта, оно не изменило сердце человека. И вот здесь как раз описывается этот результат, что результатом является гьянагни дагдха карманам. Гьянагни обозначает огонь знания, дагдха обозначает сожечь, а карманам – карма. Итак, гьянагни дагдха карманам, то есть огонь знания, сжигающий карму. То есть это результат. Именно в этом ценность знания, что оно способно изменить нашу судьбу, облегчить весь этот вот груз кармы, с которым мы все живем. И самое главное, это, конечно, дать верное направление, дать верную цель. Сейчас мы живем в такую эпоху, когда представления о человеке ошибочные, ложные, под влиянием так называемой науки, то есть вот, эволюция, биология, медицина, естествознание современное, они все основаны на материализме, то есть на ложной предпосылке, что сознание родилось из материи. Поэтому представления о человеке неверны. И вот жизнь человека как рассматривается сейчас? Вот он маленький, значит, ему нужно что там? Родители, ясли, детский сад, да, потом какая-то нужна там учеба, работа. Вот в конце ему что нужно? Пенсия и место на кладбище. Все, больше ничего. То есть вот так рассматривается человек. Вот от колыбели до могилы. И вот если он этот путь от колыбели до могилы проделал более или менее успешно, без каких-то там залетов в ту или другую сторону, ну, считается успешная жизнь. А откуда он пришел и куда, как он появился, так сказать, на свет, и куда он пошел дальше, это уже мы не знаем. Да? То есть таков плод материализма, очень такой ограниченный взгляд. И поэтому, если человек живет сколько-то, несколько десятков лет, что нужно? Ну, нужно обеспечить ему полную занятость вот на эти несколько десятков лет. Вот, ну, что-то, чтобы ему было, так сказать, что читать, что смотреть, там, где повеселиться, там, куда-то съездить, еще что-то такое. Какая-то нагрузка должна быть у него, чтобы он не слишком расслаблялся. И вот, собственно говоря, все. То есть нет такой задачи, чтобы что-то вот изменить в самом человеке. Просто нужно вот эту вот жизнь сделать повеселее, так считают современные цивилизации. Но если эта жизнь такая более-менее, скажем, ну, как-то продуманная, такая вот наполненная всякими разными приятными вещами, ну, считается, что это успешная жизнь. Вот. А в то время как здесь в Бхагавад-гите содержатся несколько другие мысли, потому что представления о человеке другие, что человек – это вот соединение вечного сознания, которое – это частица и Бога, и какое-то временное покрытие, которое наросло на эту душу вследствие определенного невежества, какого-то неправильного понимания жизни, невежественных действий. Теперь эти действия необходимо отработать вот в разных материальных ситуациях. Вот, то есть совсем другие представления о человеке. И, соответственно, другая цель вытекает. Цель состоит в том, чтобы вот эту вот вечную частицу, вечный аспект нашего «я» освободить из-под давления временного аспекта нашего «я» – тела и ума. То есть совсем другая задача абсолютно. Вот, поэтому цель состоит не в том, чтобы сделать свою внешнюю жизнь повеселее. В этом нет никаких проблем. Какой-то, так сказать, какой-то комфорт он должен быть, жизнь, в принципе, мир, он должен радовать глаз и вкус, и все чувства должны быть удовлетворены, но это не должно являться целью. То есть если человек живет в какой-то естественной среде, в какой-то чистой среде, у него нормальная культура, чистая пища, нормальные взаимоотношения, вот его чувства удовлетворены, но это не является целью. Это просто предпосылки нормального как бы, какого-то существования. То есть, допустим, пока вы голодны, вам трудно о чем-то думать. Да, но когда вы поели, все, теперь вы можете дальше что-то делать. Но цель не является целью, вернее, питание не является целью. То есть, вот когда вы очень голодны, у вас там какие-то гастрономические фантазии, я сейчас съел бы то или это. Вот. Но когда вы это съели, вы успокоились и забыли, собственно говоря. Вы долго об этом не думаете. Вот. То есть, это является условием нормального существования, но это не является целью существования. Точно так же чувства человека должны быть удовлетворены, все должно быть, что ему необходимо в жизни, но это не является целью. Это просто предпосылки, чтобы человек не беспокоился, да, что ему негде спать, нечего есть там, и так далее, что у него там нет дома. То есть должен быть какое-то все необходимое для обеспечения его нужд, но это не цель. Это просто условия материального существования. Вот и все. И ошибка сейчас происходит в том, что вот эти вот какие-то просто условия материального существования, их улучшение вдруг стало целью.
Дух стал целью. Все, я построил себе дом, очень хорошо. Так, потом я понял, что два этажа мало, надо третий надстраивать, тут дети, потом там какие-то уже пошли внуки, правнуки, все. И человек просто, вот материальное существование, вот, скажем, то, что является трамплином, или то, от чего нужно отталкиваться, он трамплин сделал домом. То есть материальное существование это трамплин, это вот, или скажем так, это место, ну, не знаю, вокзал какой-то, так сказать, пункт пересадки определенный, да, в более высокие сферы жизни. А человек этот пункт пересадки превратил в свой дом. Вот в этом ошибка, именно потому что у людей нет правильного представления о том, кто такой человек, из чего он состоит. И поэтому сейчас мы видим, что, собственно говоря, цивилизация наша, так называемая, она не человеком занимается. Она занимается чем угодно, экономикой, политикой, там, какими-то вот, не знаю, обустройством, хозяйством. Людей очень сильно забавляют все вопросы, которые связаны с удобствами. То давайте нам новые дороги или что-нибудь еще. То есть, вот, ну, чтобы как-то, чтобы у нас все было комфортнее. Об этом, да? Если власть этого не делает, начинают люди критиковать, что за власть такая, там, заворовались, свои карманы набили, а у нас тут вон не дороги, там, а какие-то сплошные, так сказать, там, дыры, не поймешь. И того они того нет. То есть люди, не понимая, что им на самом деле нужно, они озабочены вот какими-то такими вот приходящими вещами, которые нужны, они должны быть в жизни, но они не должны являться целью жизни. И вот когда вот этого высшего понимания нет, тогда эти вторичные вещи, они становятся первичными, главными. И вот люди об этом постоянно беспокоятся. Итак, современная цивилизация, она заботится о комфорте для тела и при этом совершенно забывает, а кто же такой человек и в чем смысл его жизни. В то время как ведическая цивилизация, вот это вот знание вед, оно делает акцент на другие вещи. Не столько на создание каких-то комфортных условий для человека, сколько на создание самого человека. Потому что если люди будут честными, чистыми, ответственными и так далее, то эти люди, они и сделают нормальную жизнь. Понимаете? Потому что, допустим, мы говорим, вот важно, чтобы там было то, какие-то у нас условия, но почему их нет? Потому что у кого-то нет качеств. Или, допустим, человек вместо того, чтобы быть бескорыстным, является, наоборот, корыстным, или для того, чтобы все отдавать вот на какое-то служение, он там как-то часть подворовывает себе в карман. То есть из-за плохих качеств человека есть проблемы в жизни. Вот. И поэтому, если акцент сделан на воспитание человека, то когда появляются нормальные люди, эти нормальные люди устраивают нормальную жизнь. Когда люди ненормальные, тогда жизнь ненормальная, потому что жизнь делают люди, собственно говоря, своим пониманием, своей какой-то уже активностью. Вот, то есть сместилось вот это вот понимание человека от духовного на материальное, и вот вам результат. То есть мы видим, что люди пытаются там какие-то строить дома, мосты, там все прочее, какое-то вот все красиво, так сказать, мигает, какие-то у нас материальные условия, но живут в этой цивилизации люди с не самыми лучшими качествами, мягко говоря. Вот. И поэтому, несмотря на то, что вот какие-то вроде есть, вы можете там, не знаю, поехать в какие-то места, и там красивые здания, и сервис, и то, и сё, и рестораны, и условия для отдыха, и всё это. Вот. Но когда вы будете сталкиваться с людьми, которые там живут, и которые там что-то делают, вы увидите набор, в общем-то, не самых лучших качеств. А все, что они сделали вот это вот, скажем, удобное, это просто, ну, способ, скажем так, брать с людей деньги. Если ко мне просто подходят на улице и говорят, там, давай деньги, я говорю, с чего ради, да? А если вы мне создадите красивые условия, то я их и сам отдам эти деньги. Поэтому просто такой мягкий, цивилизованный способ отбирать деньги у людей. Вот и все. То есть пообещаете им какое-то чувственное наслаждение, и не нужно им нож в горло представлять. Они сами вам все отдадут. Вот, и еще в кредит возьмут. Вот, и будут говорить еще, у нас, нам у вас так понравилось, что мы еще к вам и приедем, и это купим, давайте побольше. Да? Вот, потому что чувственное наслаждение, оно так действует, что у живого существа разум отключается. Он потом, чуть позже включается опять. Это же на что я деньги-то потратил, думает человек. Это когда он уже опять, так сказать, пришел в себя, да, вот, а когда он под влиянием вот этих вот такого опьянения чувствами, вот они прям давят на него, мы говорили, что вожделение живет в разуме, в уме и в чувствах, и когда, скажем, это вот вожделение, оно так в чувствах сильно проявляется, разум, он же практически не работает, человек вот прямо сейчас что-то хочется, вот и все, да, и только потом он немножко вот это вот как бы давление этого вожделения спадает с человека, и он начинает опять что-то там думать, говорит, эх, наверное, зря я это потратил, или зря я
это сделал там или что-то еще. Да? Вот, то есть современная цивилизация, она, скажем так, эксплуатирует слабости человека. То есть она давит на слабости человека. Она знает, какие у людей есть греховные желания и старается все это так красиво оформить, чтобы все это имело красивый вид. Да? Вот, то есть фактически она, ну, скажем так, растет, как-то развивается за счет человеческих пороков, то есть эксплуатируются человеческие пороки. Вот, люди хотят там непонятно что есть, непонятно что пить и чем заниматься, хорошо, мы вам устроим индустрию, мы все это организуем, чтобы все ваши слабости, что вы хотите, за ваши деньги, пожалуйста, что хотите, любые варианты. Да? Вот, то есть фактически цивилизация, которая просто эксплуатирует слабости и пороки людей. Вот, и это считается вот прогрессом, да, что люди хорошо отдохнули, они получили то, они получили все. Вот, но что в конце концов получили мы в итоге? Какое сознание мы получили? Сознание человека, который потом сидит после всего этого наслаждения и пытается, так сказать, в кучку собрать свои, так сказать, мозги, вот, потому что под влиянием этого чувства наслаждения все куда-то там разбежалось, там, как тараканы разбежались мысли в разные стороны, вот, и концентрация потерялась, и цель, и что к чему, и зачем, он ничего не помнит. Да? То есть вот это вот результат такого бесконтрольного чувственного наслаждения. Ведическая цивилизация действует прямо наоборот. То есть она не эксплуатирует слабости человека, какие-то вот его там тенденции к греху, а наоборот старается эти вещи ограничить. То есть подчеркиваются вещи, может быть, ну, не столь приятные чувствам, но очень важные для того, чтобы живое существо вышло на другой уровень счастья. То есть ему говорят, там, не делай то, не делай это, не для того, чтобы у него счастье у него отобрать, вот, а для того, чтобы как раз перевести его в другое качество жизни, в другую гуну, где счастье совсем другого свойства, иначе никак невозможно. Вот, если мы хотим, чтобы что-то, так сказать, наверху появилось, значит, должно быть какое-то давление. Да? Если давление не создать, то ничего не будет. Итак, для того, чтобы вот это вот знание, которое нейтрализует карму человека, проявилось, должны быть определенные качества. Это не просто какой-то вот набор эрудиции и так далее. Вот, то есть должен человек быть определенным образом воспитан. Вот. И ведическая цивилизация гласит, что в самом начале жизни человек должен, скажем так, сформировать или развить в себе 6 качеств, которые составляют определенный фундамент характера зрелого человека, вот такой одухотворенной личности. В частности, в ашрамах брахмачари обучали именно этим 6 вещам. Вот. И когда вот эти вот 6 компонентов есть, сейчас мы их, так сказать, разберем коротко, вот тогда в человеке начинает по-настоящему проявляться знание. Итак, эти 6 вещей, которым должен научиться человек в самом начале жизни. Не в конце, а в начале, потому что это как раз то, что закладывает вот, ну, необходимые условия для успешного развития человека. Первое, чему учат молодого человека, это действовать под руководством. Ему объясняют, что есть вертикаль, на вершине всего стоит Верховный Господь, источник всех энергий, Кришна. У него есть свои представители в этом мире, полубоги, потом в обществе есть старшие, царь, там, отец, учитель, мать, то есть те, кто, ну, возглавляют, берут на себя какую-то определенную ответственность. Да? То есть старший — это не просто тот, кто наслаждается лучше всех, старший — тот, кто берет ответственность. Он имеет более высокий, может быть, доступ к какому-то более высоким там возможностям, но цена за это — высокая ответственность. То есть мы знаем, что, может быть, там у кого-то там какие-то привилегии и так далее, но это не то, что он там просто отдыхает по высокому стандарту. На нем ответственность огромная лежит, да, и вот цена за это — какие-то, может быть, там привилегии есть. Вот, то есть по этому принципу те же самые полубоги, они имеют доступ к очень высокому чувственному наслаждению, но на них огромная ответственность, потому что они поддерживают Вселенную. Вот, поэтому вот это вот понимание, что нужно действовать всегда под руководством, если ты хочешь куда-то прийти, то есть путь, каждое живое существо так или иначе стремится наверх, потому что мы сверху-то когда-то и скатились. Вот, поэтому вот это вот даже просто банальное желание карьеры, элементарное материальное желание карьеры, это неосознанное желание подняться выше куда-то. То есть, потому что живое существо, оно упало с более высокого положения. Поэтому стремление наверх, то есть какая-то идея прогресса, она есть у каждого.
Она неосознанная, эта идея. У кого-то она осознанная, у кого-то она неосознанная. Но поскольку живое существо было когда-то наверху, потом с этого состояния оно упало вниз, теперь у него неосознанное желание куда-то вот подняться наверх опять. И для того, чтобы это сделать, необходимо наверх можно проходить только вот, получая определенный доступ. Это современная странная концепция о том, что вот, в космос можно пролететь просто так. Веды говорят о космических путешествиях, но они говорят, что это не просто так. То есть, допустим, чтобы попасть на более высокие какие-то планеты, нужно получить одобрение, иначе никак. Простой пример, который, в общем-то, наблюдаем, когда человек в какую-то другую страну едет, не просто, что он купил билет на самолет или на поезд, вот, он может приехать туда физически, но так просто его не пустят. Контроль определенный, да, иммиграционники, паспортный контроль, говорят, кто такой, виза есть, нет, там могут вопрос задать, зачем вы приехали вообще, несмотря, даже на наличие визы, несмотря на, а кто, за что вы приехали, для чего, да, они имеют право, вот, и если вы им чем-то не понравились, даже несмотря на наличие визы, чего-то еще, запросто могут завернуть, и все. И такие случаи встречаются на самом деле. Вот, то есть это обозначает, что для того, чтобы куда-то там пойти, вот, ну, как правило, люди ездят обычно в какие-то места, которые их больше интересуют, чем вот их нынешнее состояние, какие-то более развитые страны и так далее. Вы не можете туда попасть, не получив одобрения. Никак, физически, просто. Если вы попали туда незаконно, вас просто поймают за шиворот и вышвырнут, все там, депортируют, вы никому там не нужны без этого разрешения. Вот, никто не будет говорить, как ты сюда попал? То есть, ну, спросят, конечно, да, но поскольку ты попал сюда без разрешения, вот, то ты не можешь, у тебя нет квалификации здесь оставаться. Вот, поэтому веды говорят, что да, прогресс возможен, в том числе там, планетарный, по этой планетарной эволюции, какие-то более высокие миры, но туда можно попасть только если живое существо находится в этом иерархическом процессе. Поэтому с самого начала ребенка обучают тому, что а если ты хочешь вообще чего-то достичь, ты должен слушаться старших. Вот все. Мама, папа, учитель, начальник, царь, в конце концов, бог, полубоги, бог, в конце концов. То есть вот эта вот идея иерархии или идея порядка, она с самого начала человеку прививается. Потому что если человек бросает вызов старшим, из этого человека никогда и ничего не получится. Никогда и ничего. Этот человек, он обязательно споткнется, он обязательно деградирует, потому что он бросает вызов самому главному принципу, который лежит в основе бытия, что есть иерархия. Бог выше всех, и вот какая-то, так сказать, еще градация между ним и нами, там промежуточные какие-то руководители находятся. Это самый главный принцип. Если человек с самого начала жизни не принял, что есть кто-то выше меня, я могу пойти выше, только приняв того, кто выше, и он будет давать мне свои, так сказать, благословения и наставления, благодаря этому могу понять. Если этого нет, нет ничего. Итак, это первая основа, так сказать, человека учит принимать авторитет. Ему объясняют, что этот авторитет, он представлен в виде трех, скажем, ну, основных таких вот представителей: гуру, садху, шастры. Гуру – это учитель непосредственный, садху – это, скажем, уже некая традиция, вот, которая стоит за учителем, а шастры – это первые источники, в которых изложены базовые принципы, и шастры – это не просто какие-то умные книжки, вот, а это слова Бога. Слава Бога и святых этого Бога, осознавших. То есть вот эти вещи, они должны всегда определять наше движение в жизни. То есть когда человек принимает какие-то принципы, это обозначает, что он принимает иерархию. То есть какой-то принцип на него, так сказать, вот над ним стоит, и этот вот принцип, он и позволяет человеку прогрессировать. Итак, это пункт первый, принятие руководства. А второе это, мы сейчас просто перечислим, а потом чуть более подробно поговорим. А второе это уважение к другим живым существам. Третье это чистота. Четвертое это контроль чувств. Пятое дух служения. И шестое это понимание своего долга или ответственности. То есть эти вот шесть вещей должен усвоить брахмачари. То есть это молодой человек, который с течением времени станет там, ответственным мужчиной, кем-то там занимающим какое-то ответственное положение, может быть, даже кем-то там из лидеров общества. То есть, если вот этих вот шести вещей нет, то человек как таковой, он еще не состоялся, понимаете? Вот. Сейчас в основном формирование, что там раннее развитие человека, чтобы он там языки учил, чтобы он там математическую школу выдать или что-нибудь еще, вот, чтобы он таким был вундеркиндом, что у него вот интеллектуальные какие-то там и творческие способности развивались. Но при этом качество характера – это не обязательно.
это не считается важным. Именно потому, что у людей вот эти вот неправильные представления о человеке. Итак, вот эта вот система, она дана именно для того, чтобы человек с самого начала жизни, получив вот это вот такое, вот, ну, такое воспитание, такое образование, имел возможность взять правильный старт. Потому что правильное начало – это уже, как говорится, половина успеха. И вот эти вот качества, они прививаются с детства. Почему? Потому что как раз, когда живое существо начинает уже учиться, у него возрастает дух независимости. И как раз молодому человеку ему меньше всего хочется принимать чей-то там авторитет, контролировать свои чувства и так далее. Потому что чувства начинают усиливаться, ему надоело там какое-то давление, он хочет освободиться, так сказать, от всяких разных там нравоучений мамы, папы и учителя. Вот. То есть это естественный такой как бы, ну, бунт, что ли, обусловленный души в период его формирования, когда проявляется его эго, когда начинает проявляться, расцветать чувства, много чего хочется. Вот. И меньше всего хочется все это ограничивать. Понимаете? Вот. Поэтому, если с самого начала человека этим вещам не обучить, потом это будет сделать значительно труднее. Вот, то есть сначала, если вещи сделаны, тогда потом как-то уже будет легче. Если сначала не сделано, потом по всем этим сферам или по каким-то из них у человека обязательно будут какие-то проблемы. Вот. И, соответственно, не просто проблемы у него будут, а проблемы у всех окружающих, с кем этот человек связан. Итак, деятельность под руководством, это, об этом мы уже сказали, это вот пункт первый, с него все начинается. Вот. Далее, следующий момент, это уважение к другим живым существам. То есть, когда человек понял, что существует Бог, вершина всей иерархии, мы все из него изошли, мы все являемся частицами этой системы, вот, тогда у него начинает вот это вот развиваться знание в гуне благости. Знание в благости обозначает, что хотя мы все такие разные, разные виды жизни, и мы все там абсолютно разные, как люди, может быть, вот, кто-то там выше, кто-то ниже, у всех разное какое-то кармическое положение, но благодаря знанию в гуне благости он начинает видеть единую, неделимую духовную природу. Он понимает, начинает понимать духовное равенство всех живых существ, несмотря на то, что есть вот эти какие-то внешние различия. И вот это является основой уважения. То есть уважение – это не просто, вот, скажем так, нас чему-то там обучили правильным правилам, да, что воспитание или что-то там еще, это вот какой-то нужные, да, условия, ты должен знать, в каких случаях говорить «здравствуйте», там, «спасибо», «пожалуйста», да, быть вежливым человеком. Это считается воспитанием. Нет, это часть какая-то, это может быть вершина айсберга. Да? Вот, люди могут этими хорошими словами, да, манипулировать и добиваться своих результатов, но это еще не обозначает, что они сформировались как личности. То есть воспитание, образование – это то, что осуществляется под определенным давлением. Вот смотрите, как мы говорим. Мы говорим «формирование человека». И корнем этого слова является форма. Форма всегда проявляется под давлением. Нет такой формы, которая бы без давления проявилась бы. Понимаете? То есть, когда вы что-то, допустим, мой ребенок делает куличик, да, вот, в песочнице, он берет какую-то форму, этой формой он надавливает на эту кучу песка, и теперь эта форма проявляется, какая-то там пирамидка или что-то еще у него, какая-то фигурная получилась какая-то картинка. То есть, формирование всегда под давлением осуществляется. Без давления ничто не сформируется. Поэтому для того, чтобы человек сформировался, на него необходимо оказывать давление. Вот. И вот этот институт гуру, что такое гуру? Ну, тот тяжелый. Для чего он тяжелый? Чтобы давить. А для чего давить? Чтобы подавить? Нет. Для того, чтобы придать форму. Понимаете? Вот если человек использует какой-то высокий пост для того, чтобы подавить других, не форму придать, а подавить, это называется эксплуатация, неправильное понимание или, скажем, подмена ценности. Да? Вот. Но когда человек оказывает некое давление, но с правильной целью, тогда происходит формирование личности, то есть форма появляется. То есть поэтому человек, он должен оформиться, и без давления он этого не сделает. Поэтому вот этот вот первый принцип принятия авторитета, он является столь важным. Допустим, сейчас, ну, особенно в Западной Европе, вот эта вот так называемая ювенальная юстиция, которая запрещает родителям и учителям вообще давить на детей. То есть там правила такие, что если вас заставляют учить уроки, родители, звоните в полицию.
Если вас там хлопнули по заднице, звоните в полицию. Родители быстро лишат родительских прав. Очень просто, понимаете? Нельзя оказывать давление. Запрещено. Если нельзя оказывать давление, значит, что сформируется? Сформируется нечто бесформенное. Какая-то амеба, медуза какая-то сформируется, понимаете? То есть личность не формируется. Вот, то есть, и все это делается под флагом там, какой-то свободы личности, там, права на самоопределение и так далее. Вот, сначала нужно, чтобы это был человек. А потом уже, так сказать, этот человек уже может как-то определяться. Вот, а кто-то думает, что если есть руки, ноги и голова, значит, это уже человек. Нет. Человек – это определенное сознание. Руки, ноги и голова – это, скажем так, базовая какая-то, так сказать, ну, физиология. Да? Вот. Но человек – это нечто большее. Человек – это набор качеств, который либо сформирован, либо не сформирован. И для того, чтобы этот набор качеств сформировался, для этого и существует эта вот некая система давления, которая ставит целью не подавить, а именно сформировать. Потому что это давление осуществляется на основе знания определенного. И ради блага этого человека, понимаете? Вот поэтому это совсем другие вещи абсолютно. Итак, это принцип принятия авторитета, первое. Второе, как я сказал, это принцип уважения. И уважение – это очень важный такой момент, который должен быть в каждом. Вот, потому что мы говорим, ну, больше люди говорят, конечно, там, о любви, что нужно всех любить и так далее. Но любовь, она часто, особенно в этом материальном мире, она часто протекает на таком вот чувственно-эмоциональном уровне. Она может неожиданно возникнуть, неожиданно уйти. А уважение – это нечто более стабильное, потому что уважение основывается на знании. Вот. Если мы кого-то любим, но при этом у нас нет уважения к этому человеку, уважение на основе знания, что это частица Бога и так далее, любовь пришла, любовь ушла, и все. Вот, говорится, что любовь без уважения – это как вот, птица с одним крылом. Далеко ли птица с одним крылом улетит? Нет. Когда два крыла, одно крыло – любовь, другое – уважение. Вот теперь можно, так сказать, хорошо лететь. Да? Вот, если вот этого уважения нет, есть просто какие-то вот чувства, да, которые люди называют любовью, это ненадолго. Поэтому уважение – это как раз та самая сила, которая поддерживает отношения тогда, когда, может быть, так называемая любовь где-то там сейчас пока отдыхает или перешла в какую-то фазу пассивную, непонятную. Да? Вот, поэтому уважение к другим живым существам – это очень мощная платформа для сотрудничества и вот такого правильного отношения к другим живым существам. Следующий пункт, который должен усвоить каждый человек с самого начала жизни, это чистота. То есть, без чистоты не может быть культуры. Чистота, она опять же связана с гуной благости. Если нет чистоты, значит есть грязь. Вот, грязь – это невежество, это гуна невежества. И невежество, оно подавляет и страсть, и благость. Если страсть – это активность, а благость – это знание, то когда есть грязь, невежество, нет ни активности, ни знания. И просто человек вот в таком каком-то состоянии, полу каком-то сонном, ленивом, недовольном, вот это вот состояние, которое порождается нечистотой. Вот, то есть грязь или тамас, он убивает и понимание, и активность. Поэтому принципы чистоты и внешние, и внутренние, они очень сильно представлены в ведической культуре. Конечно же, эта чистота, она является не самоцелью, а опять же средством. Допустим, ведическая культура, она вся основана на том, на понимании, что живое существо – частица Бога, и в каждом доме фактически есть какой-то там в той или иной степени алтарь проявленный. Вот. И все понимают, там, что если ты хочешь подойти к алтарю, там, к какому-то божеству, которое стоит на алтаре, ты должен быть чистым, ты без этого не можешь этого сделать. Да? Вот. Поэтому такие вещи, как вот очаман, омовение, там, какая-то вот подготовка своего тела вот, к тому, чтобы подойти или там храм, да, что-то такое, вот дома или не дома, неважно где. Вот эта вот культура чистоты, она является, опять же, не самоцелью, что вот я это какой-то ради чистоты и гигиены следую, не потому что там санэпидемстанция меня проверяет, нет, а по той простой причине, что без этой чистоты я не могу к Богу подойти. Вот о чем речь. То есть не материальный аспект чистоты, он является, ну, побочным эффектом, какая-то там, ну, что все чисто, все хорошо, это материальный побочный эффект. Вот, а истинный
глубинный смысл чистоты – это способность подойти к Богу. То есть вот, если пришел в храм какой-то человек неопрятный, да, грязный, он скажет, уходи, здесь не так, в таком виде нельзя. Да? Вот, а мало того, что он в храм, ну ладно, там могут еще там где-нибудь покормить там, на ступенечках, вот, но если он, допустим, к алтарю подходит или там куда-нибудь на алтарь еще там полез в ботинках, да, или там какую-то грязь, ему однозначно скажут, так нельзя. Да? Вот, потому что есть наше понимание философии таково, что Бог – это наичистейшая личность. Именно поэтому контакт с ним очищает всех нас. Если бы он не был наичистейший, как бы мы очищались? Вот, поэтому для того, чтобы обращаться к нему или как-то с ним взаимодействовать, вот этот принцип чистоты, он является столь важным. А следующий, четвертый пункт – это контроль чувств. Это то, о чем люди, наверное, меньше всего любят говорить. Хотя, опять же, это от непонимания. То есть они думают, поскольку вот представление людей таково, что вот тело состоит из чувств, я постоянно что-то чувствую, моя кожа чувствует температуру, вот глаза видят формы, уши слышат звуки, язык чувствует какие-то вкусы, нос чувствует ароматы, вот я живу вот в этом чувственном, да, вот сейчас вот солнышко, хорошо, тепло, красиво, все, да, чувства удовлетворены. Вот. А, допустим, когда все плохо или холодно, или там как-то туманно, или еще там как-то там слишком жарко, все, уже чувствую как-то некомфортно, да. То есть сейчас вот это вот удовлетворение чувств, оно стало целью жизни. То есть мы говорили с самого начала о том, что чувства должны быть удовлетворены. Но это не как цель, это просто как условие, нормальное условие существования. Человек должен быть сытый, выспавшийся, нормально, красиво одетый, у него должно быть все необходимое. Это такое нормальная удовлетворенность на уровне чувств, что у человека все чувства более-менее спокойно, они получили свою пищу. Да? Но опять же, это не цель. Это просто условие нормального какого-то гармоничного существования. А цель другая, цель духовная. Так вот, сейчас, когда люди по-другому думают, да, у них духовной цели нет, для них идея контроля чувств – это посягательство на их счастье. Вот. Но если мы поставим вопрос немножко иначе, вот как это делают веды? Веды говорят, тело – это повозка, это колесница, а пять чувств – это пять лошадей. И вот тут уже начинает меняться понимание. Мы спросим человека, который только что выступал против контроля чувств. Не вмешивайтесь в мою жизнь, как хочу, так живу, что вы там мне диктуете, как мне свои чувства там использовать, это не ваше дело. Давайте этому человеку повернем вопрос иначе. Скажем, дорогой мой, вот ты находишься в колеснице, да? Вот, и вот у тебя пять лошадей. Как ты считаешь, этих лошадей контролировать нужно или нет? И тот же человек, который только что говорил, что чувства контролировать не нужно, он скажет, ну, конечно же, нужно лошадей контролировать. Все изменится. А теперь мы просто делаем такой изящный переход и говорим, а поскольку чувства – это как лошади, значит, как нужно лошадей контролировать, так же и чувства нужно контролировать. Тогда он начнет голову чесать. Потому что он только что говорил, что чувства контролировать не надо. Но когда мы ему представили тело человека как повозку, а чувства как лошадей, которые эту повозку тянут, так оно и есть. То есть куда идет тело? Куда требует чувства? Я увидел что-то интересное, все, я говорю, ну-ка, надо поближе подойти посмотреть, да? То есть у чувств есть определенная потребность. Вот, или, допустим, ну, я устал, я хочу спать, или я хочу есть. Если я хочу есть, я еду куда-нибудь там в ресторан или в какое-то кафе, там, где я получу свою еду, да? Если я устал, все, где там, где гостиница или где мой дом, там, где можно прилечь, да? То есть мое чувство требует сейчас какого-то определенного отдыха, я двигаюсь туда, где я получу то, что я хочу. Мне жарко, я хочу искупаться, значит, я еду на пляж, да? Вот, то есть фактически мы двигаемся в тех направлениях, куда тянут нас чувства. Вот и все. Вот. И совершенно очевидно, что вот, ну, людям, прежде чем, скажем, им дать лицензию или там, эти права на вождение, они проходят обучение какое-то. И что там на этом обучении? На этом обучении вот, их учат, как управлять машиной. Правила определенные, да, чтобы риск всех этих аварий он был сведен к минимуму. То есть, если ты не владеешь всеми этими вещами, не понимаешь, где там тормоз, где газ, там, куда рулить, да, то есть нет базовых принципов, да, куда же ты приедешь? Все понятно, что это будет недолгая поездка. Вот, и потом будет с долгой остановкой, да, в каком-то месте, непонятно. Еще, может быть, с какими-то отягчающими последствиями. Вот, то есть, совершенно очевидно, что прежде чем кому-то дать вот эту вот янтру, машина, да, вот,
сначала ты продемонстрируй правила, там, сдай экзамены, технику вождения, все, и когда инструктор убедился, что ты нормально, так сказать, себя чувствуешь, пожалуйста, все получай, так сказать, езди на здоровье, нет проблем. Да? Вот точно так же, если мы меняем представление человека о том, что тело это не просто тело, это янтра. Янтра, машина такая, да, где вот эта вот главная тягловая сила являются лошади, и мы говорим до сих пор, двигатели, их мощность двигателей измеряют в лошадиных силах. То есть, в общем-то, аналогия осталась, лошадиные силы, то есть лошади тянут эту колесницу. И кто такие эти лошади? Это наши чувства, понимаете? Вот, поэтому, если у вас мощный двигатель, да? То есть рвануть вы можете здорово, да? Но вы не умеете рулить, то есть управлять этой силой не можете. Сила – это очень хорошо. Иметь силу – это очень хорошо. Но еще лучше, когда кроме того, что у нас есть сила, мы этой силой можем что? Управлять. Итак, как говорится пословица, да? Сила есть, ума не надо. Да? То есть это означает, что сила у меня есть, но способность управлять этой силой нет. Глупость называется. То есть, когда человек не может этой силой правильно распорядиться. Поэтому, кроме того, что есть сила, а у чувств есть сила, у лошадей есть сила, теперь есть разум, который этими лошадьми управляет. Возница, да? В чьих руках находятся эти вожжи. Или, по-простому говоря, вот водитель, да, который сидит за рулем. То есть, мощная машина, мощный двигатель, но все решает тот, кто за рулем. Понимаете? То есть только что человек говорил, что контролировать чувства – это вообще безобразное, наглое вмешательство в мою личную жизнь. Вот. Но когда мы отдаем ему эту аналогию, что тело – это и есть машина, а лошади – это и есть чувства, понимание у человека начинает меняться. Он начинает понимать, что да, я только что говорил о том, что лошадьми нужно управлять, что там, значит, машину нужно контролировать. И теперь выясняется, что чувства – это лошади, а тело – это машина. Все. У человека другое понимание начинает появляться, что действительно чувствами необходимо управлять. Это культура определенная. Да? Это, конечно, сама по себе отдельная тема. Сейчас не будем в нее глубоко погружаться. Сейчас просто перечисляет как вот такие необходимые условия для формирования правильного характера человека. Далее, пятый пункт – это дух служения. То есть молодому человеку на самом начале жизни прививают дух служения. Что является противоположностью духа служения? Дух наслаждения. Ну, обычное дело, да? Вот. И обычно, когда родители, они, естественно, своим детям дарят игрушки, все это нормально, чтобы они развивались, вот, они привыкают к тому, что все, они там, девочка эту куклу укладывает спать, то есть заботится, там что-то кормит, то есть смотрит там, как мама действует. То есть это как бы такие некие учебные модели, вроде как они игрушки, но на этих игрушках уже они учат что-то там, вот там мальчик с машинкой, там, или с чем-то, какими-то солдатиками, то есть это все имеет характер игры, но уже что-то формируется в сознании человека, да, что есть игра, да, но у всякой игры есть правила. То есть игр без правил не бывает, понимаете? То есть, пожалуйста, дети, играйте. Играйте, вот вам игрушки, все, играйте. Но что должны усвоить дети через эти игры? Правила игры. Правила обозначают, что все процессы контролируются. Что все, ты можешь играть, ты можешь наслаждаться, но знай, что все должно быть по правилам, понимаете? А правила, они откуда? Правила всегда устанавливаются свыше. Я не могу, если я какой-нибудь игрок в футбол, то есть до меня уже правила все изобретены. Я не могу сейчас сказать, а вот я сегодня решил, у меня гениальная идея по поводу нового правила, да? Все скажут, извини, правила уже сформированы, у нас уже есть определенные стандарты и все, понимаете? Вот, поэтому у всякой игры есть свои правила, поэтому играют, да, скажем, дети, и скрытым смыслом всех этих игр является то, что они начинают понимать, что есть правила. Правила всегда регулируют, правила всегда ограничивают. То есть правила напоминают о чем? О наличии авторитета. Кто-то, кто установил правила игры. Понимаете? Вот, то есть с течением времени у человека, даже который любит играть, он начинает понимать, что есть некие правила. Если есть даже самые эти последние сумасшедшие геймеры, там, игроманы, которые все, они же тоже понимают, что есть правила, понимаете? И хотя они там сходят с ума там, от этих всех своих там, этих игр, да, вот, в конце концов они должны понять, есть правила. Правила кем-то установлены. То есть мы постоянно натыкаемся на этот вот принцип какой-то иерархии или какого-то авторитета, который диктует нам определенные правила игры. Если человек разумный, он начинает понимать, что да, и так во всем.
на всех уровнях, на всех масштабах, вот это вот какой-то авторитет, какое-то давление, оно присутствует. Итак, пункт пятый – дух служения. И мы сказали, что противоположностью является дух наслаждения. Поскольку целью жизни, согласно Бхагавад-гите, ведической культуре, является прийти к Богу, прийти к Нему зачем? На экскурсию приехать к Кришне? Мы слышали, что вот есть там Кришна-лока, да, вот мы на экскурсию хотим туда. Пусть Кришна нам сыграет, да, вот, а мы ему там похлопаем и пожертвуем. Нет. То есть живые существа двигаются к Богу с одной единственной целью. С целью служения. Поскольку природа души, она неизменна, это сева, служение, вот, то в этом мире мы разочарованы идеей служения, потому что мы часто попадаем в такие ситуации, что мы совершили служение, и кто-то проявил неблагодарность, невнимательность, игнорировал, да, вот, не придал значения. Вот, то есть вот такие вот вещи, они разочаровывают нас. Или под видом служения мы попали, допустим, под какую-то там эксплуатацию. И поэтому эта идея служения в материальном мире людей разочаровывает. И поэтому у них развивается идея, как бы выйти из этого служения, как бы стать независимым. Понимаете? Потому что в материальном мире служение у людей ассоциируется с рабством, с чувством зависимости, с неприятными вещами. Вот, поэтому эта идея, она очень туго идет, сложнее всего она дается живым существам, вот эта вот идея служения, потому что в материальном мире, как правило, какой-то негативный опыт ассоциируется с этой идеей служения. Вот, и поэтому преданное служение, духовное знание, люди говорят, да, интересно, преданное служение они с большим трудом воспринимают, потому что у них сразу какой-то вот целый такой букет негативных ассоциаций вот с этой вот идеей преданного служения. Вот, поэтому требуется какое-то время, то есть вот очищение, определенная какая-то практика, да, то есть вот какой-то процесс постепенного освобождения от иллюзий, прежде чем живое существо эту идею служения нормально воспримет. То есть я помню, что меня эта идея преданного служения, она прямо тормозила с самого начала. Мне нравилось знание, мне там, когда мне предложили книги, я говорю, о чем это там? О, это о творении, в устройстве космоса. Я говорю, вот это как раз то, что я хотел знать. Вот Шримад Бхагаватам, да, прямо, я говорю, я прям покупаю все, весь комплект сразу. Вот, я говорю, а это что? Я говорю, это читание Чаритамриты. Я говорю, это о чем книги? О, это вообще вершина о преданном служении. Я говорю, не, мне это не надо вообще, какое служение. То есть мой ум эту идею отверг вообще, потому что вот знание, оно приятное, потому что осознав, как устроен мир, я буду чувствовать себя где-то как-то над миром, понимаете? То есть мое эго, я думаю, что мое эго получит некое удовлетворение, когда, как вот, не знаю, там какой-нибудь ученый или не знаю кто, он там разобрал механизм, и у него такое чувство удовлетворения, он понял, как это все устроено, понимаете? И теперь он это может собрать, разобрать, переделать, усовершенствовать. То есть прямо у него какое-то вот ощущение, что вещи у меня под контролем. И поэтому ученым им очень интересно, как устроен атом, как устроена Вселенная. Почему это интересно? Потому что у них возникает ощущение, что мы как-то это можем контролировать, когда мы знаем, как это работает. А идея преданного служения обозначает, что я уже не над чем-то, не сверху, а наоборот внизу. Преданные говорят, вот там к стопам хочу быть пылинкой у стоп Верховного Господа. Для обусловленного ума это, боже мой, что за идеалы какие-то, да? Быть не наверху, а внизу там, и не управлять процессами, а там в полном смирении для Господина. То есть это для обусловленного ума совершенно какая-то невероятная идея, да? И вот я помню, как я боролся со всеми этими вещами в своем уме. Я говорю, я хочу купить Шримад Бхагава, там весь там, ну, это, там, такой комплект я покупал в 89 году на английском языке. Я говорю, а это я не буду брать, что они через там эти. Мне говорят, нет, это все целиком, то есть это такие всякие санкиртановские эти шутки, да, то есть вот, если берете, то вот только целиком, там вам какую-нибудь скидку дадим, что-нибудь еще, ну, то есть такие. И я помню, что я думаю, ну ладно, вот, втулили мне это читание Чаритамриту, про это преданное служение, какая-то ерунда, не хочу я ничего этого, да, вот я хочу знать, так сказать, мир. Вот, но так построено духовное образование и воспитание, что когда мы просто изучаем мир, начинаем понимать, кто такой Верховный Господь, что это не просто вот интересное устройство мира, что у этого устройства мира есть автор, да? Вот тогда наше отношение к этому автору и к идее служения уже меняется. Вот теперь я уже не против служить вот
той личности, которая так вот здорово и интересно всю жизнь организовала и мир устроила. Вот. Но если у меня этого понимания нет, сама идея служения, подчинения кому-то, она не очень будет популярна в уме обусловленной души. Вот. Поэтому здесь вот есть определенная последовательность. И то есть вот этот дух служения, он является очень важным, да, и в Рамачаряшем или в Гурукуле, ну, в традиционной такой школе, с чего там начинается? С того, что вот ребенок пришел, и ему говорят, вот учитель, все. И теперь, так сказать, каждое утро начинается с поклона, пранама, то есть выражение почтения духовному учителю. Я всегда помню, так сказать, что есть авторитет. Этот учитель, он задействует меня в служении. То есть этот дух служения в душах, в обусловленных душах уже заложен дух чувственного наслаждения. И гуру, как тяжелый, как старший, да, вот он, скажем, давит немножко сверху, формует и придает мне правильную форму, возвращает меня опять в состояние слуги. Это вот дух служения. И шестой пункт – это как раз вот это вот осознание теперь на основе дух служения, он такой, может быть, немножко, ну, абстрактный, что я в целом слуга, да. А теперь шестой пункт – это понимание своего долга, своей дхармы, своей ответственности. То есть как теперь этот дух преданного служения, общий дух, какие он приобретает конкретные формы в связи с моей природой. То есть дух служения, он общий. Очень общий, да, он всех касается. Но моя ответственность, она совершенно индивидуальна. У меня она одна, у кого-то она другая. Вот, то есть вот этот вот шестой пункт, это уже теперь все вот эти вот, так сказать, моменты, они, ну, в совокупности, да. То есть теперь это знание, оно должно привести меня к пониманию моего долга и к исполнению моего долга. И теперь это уже происходит, это уже через это происходит реальная реализация моего служения, моего вот, как бы, нахождения в системе, там, под руководством какой-то иерархии, да, и что это служение, это ответственность, оно подразумевает, что я и чистый, там, и, так сказать, уважающий других, и контролирующий свои чувства. Да. Без всего этого достаточно сложно исполнять свой долг. То есть вот эти вот шесть вещей, они и составляют характер, который должен быть сформирован. Еще раз, форма возникает под давлением. Поэтому существует система, которая это давление оказывает. Да? Вот, если на человека не оказывает никакого давления, если он никогда не учился, так сказать, подчиняться старшим, там, как-то вот находиться под этим давлением, вот, тогда у него любая, ну, любая жизненная ситуация, она будет вызывать у него, ну, поскольку в жизни много разных ситуаций, когда не все получается так, как мы хотели бы, необученные люди, не сформированным характером, у них начинается какая-то истерика. Почему все не так, как вот я хочу? Да? То есть вот я привык к тому, что все, современные дети, они уже рождаются с этим, с пультом дистанционного управления в руках. Вот, то есть все, они уже, так сказать, привыкли, там, или джойстики у них там, или что-то еще. То есть они привыкли всем управлять, понимаете? Вот, и когда что-то там происходит не по их желанию, истерика. То есть почему? Я нажимал play, почему до сих пор еще не играет? В чем дело, собственно говоря? А батарейка кончилась? А что-то она кончилась? Она должна мне служить, понимаете? Вот, то есть люди, которые привыкли, что вот любая их прихоть, там, любой какой-то их каприз, все это осуществляется, я все просто нажимаю на кнопочки, я манипулирую всеми вещами, и все происходит по-моему, да? То есть люди, которые не привыкли сами подчиняться, когда другие говорят, нажимают кнопочку, теперь ты служи. Не ты нажимаешь кнопочку, а все тебе служат, а ты служи. То есть, когда люди не имеют вот этого опыта слуги, они не имеют понимания долга, чистоты, то есть эти вот элементы уважения к другим, то есть вот эти вот элементы характера, когда в них не заложено, то есть они не сформированы как личности. Вот мы имеем современного человека, понимаете, этакая рохля непонятная какая-то, да, избалованная чувственным наслаждением, которая привыкла, вот, что все, так сказать, все ее прихоти, так сказать, исполняется. Что этот человек может дать другим? Он привык только получать, понимаете? Вот, и вот это то, что вот сейчас как бы взращивается, да, и не дай бог вы не имеете права давить на этого бедного ребенка там и все прочее, иначе ювенальная юстиция, она просто лишит вас родительских прав за то, что вы там какому-то воспитательному процессу решили подвергнуть свое чадо, да, вы покусились на его свободу воли там, и так далее. Вот до такого бреда доходит современная цивилизация, понимаете? Вот, поэтому мы видим, что
людей-то не получается. Нормальных людей нету. И нормальные люди, они встречаются так же, как, вот, не знаю, там, алмазы там, или что-то еще. Вот, ну, знаете, нашли там какой-то алмаз, вообще все пишут в газетах, о, нашли алмаз такой. Вот так же, знаете, найти нормального человека. Это примерно такая же редкость. Самородок, да, вот у него все правильно, все хорошо, да. То есть действительно бывают такие люди, которые, ну, как самородки откуда-то, вот они из прошлой жизни, у них уже такой опыт, да, что они сформировались, и фактически им ничего не надо, все, он такой самоорганизованный, все у него хорошо. Но такие самородки, они встречаются так же, как вот бриллианты. Всех остальных их нужно вот отесывать, формовать, придавать какую-то там форму, какое-то определенное давление оказывать, иначе ничего не будет. Да? Вот, и поскольку люди современной эпохи, они вот такие вот несформированные или, скажем, сформированные как-то вот уродливо, такие люди, они создают соответствующее качество жизни. Вот. Ну и самый главный, конечно, момент, так сказать, это то, что вот эти все качества, они развиваются не как-то там искусственно, да, а сейчас вопрос, а как вот развить там то и все другое. Вот самое интересное, что все эти качества, они развиваются в процессе преданного служения. Вот интересно, что 12 глава Бхагавад-гиты, она описывает преданное служение на разных его этапах, уровнях. И вторая половина этой главы, она описывает качества людей, которые проявляют люди, которые занимаются этим преданным служением. И там практически каждый стих заканчивается фразой «Йомат бхакта саме приях». Такой преданный дорог мне, Кришна говорит. То есть он уже по этим качествам говорит, что вот человек, обладающий такими качествами, дорог мне. То есть смысл в том, что эти качества, они развиваются не как-то вот одно за другим или там как-то вот искусственным образом, они все проявляются естественным образом, когда человек занимается практикой преданного служения Кришне. То есть бхакти, она очищает сознание, и тогда вот эти вот все наилучшие качества души, они естественным образом из души проявляются. То есть все, что необходимо, это освободить живое существо от всей этой наносной внешней обусловленности, которая вот сформировалась из-за того, что мы очень долго катались по этому миру, и вот мы обросли всеми этими вещами, и теперь вот все стало сложно. Я помню, когда работал на флоте, наше судно стояло на ремонте в Японии где-то в 84-85 году. Вот нас загнали в сухой док, вот, и, значит, ну, вот эта вот подводная часть судно ниже ватерлинии, когда его, значит, в док поставили, она вся обросла этой вот бородой, как говорится, да, там ракушки, все эти вот водоросли там и так далее, и естественно, что снижаются ходовые качества, да, трение возрастает, все эти вот бороды, так сказать, будут. И вот это там они долго все это там счищали и так далее, вот, и потом мы ощутили, что все совсем по-другому стало двигаться, так сказать, судно уже, когда все это очищено. То есть это, скажем так, обусловленность стала меньше, да, вот, точно так же живое существо, да, в этом материальном мире, оно обрастает всякими разными негативными тенденциями, склонностями, а следствиями этого является то, что живое существо пробуксовывает, гордость ему что-то там не позволяет, невежество ему не позволяет, дурные привычки, все это ему не позволяет, в общем-то, нормально жить. Да? То есть это обозначает, что этих вещей необходимо избавиться. Да? И не то, что там, как в сухом доке, там, да, этим вот пескоструйкой, там все это с песком под давлением, все это там сбивает. Да? То есть это не какой-то искусственный процесс. Вот, это все происходит вот в правильном вот этом вот процессе служения Кришне, когда Кришна наичистейший, мы к нему обращаемся, мы с ним контактируем, мы делаем какие-то подношения, мы ему молимся, мы, так сказать, ему служим, и поскольку он чистый, а мы нет, то в процессе этого служения мы очищаемся, он не оскверняется. Хотя некоторые говорят, что говорят, а почему-то Кришна вас черный, ну, в наших грехах, так сказать. Мы же его касаемся. Ну, это шутка. Вот. То есть смысл в том, что мы становимся чище, он не оскверняется. Он не оскверняется. Вот. Поэтому надо понять вот этот вот механизм, что все наилучшие качества в людях, они проявляются именно в процессе служения наичистейшим. Вот. И в нашу эпоху, в эпоху Кали,
наиболее простой и доступный для всех процесс служения – это прославление Бога. Нужно знать всего три слова – Харе Кришна и Рама – в определенной последовательности. И когда человек совершает служение, то есть служение в форме прославления Бога, этой мантры Харе Кришна Махамантра, вот этот процесс, он наиболее доступный, легкий и эффективный. Но здесь есть свои тоже, так сказать, нюансы, детали, которые мы начинаем постигать уже в процессе преданного служения. Харе Кришна. Вопросы? Вопросов нет. Все хотят есть или все хотят на море. Да, пожалуйста. Да. А вот микрофон сейчас. Чувство меры, оно так же, как разум, в процессе служения формируется. Чувство меры – это просто проявление гуны благости в человеке. Чувство меры обозначает, что, ну как, допустим, если у вас, не знаю, там, бутылка 1 литр, да, вы же не будете в нее 2 наливать. Просто вы понимаете, что просто это разольется и лишнее будет, да. То есть, и когда вы наливаете воду, допустим, вот куда-нибудь вы пошли, да, берете с собой воды попить, да, вот вы наливаете, то есть она вот бутылка литра, вы не можете налить больше, чем литр. То есть… Что вам говорит в уме стоп сейчас? Чувство меры, разум, понимаете, да? Вот точно так же, допустим, мы не видим своего желудка, ну, допустим, мы знаем, что у него емкость там какая-то, там, не знаю, сколько, литр, полтора, или там у кого-то, может, больше, да? Вот, но мы знаем, что тоже есть какие-то определенные ограничения. Вот, и, соответственно, значит, что мы, когда мы едим, мы должны, ну, не перегружать желудок или остальные какие-то вещи. Мы знаем, что человек должен спать там сколько-то там часов, да, и поэтому слишком долго бодрствовать в темноте, ну, нельзя, потому что, значит, ты не выспишься и будешь потом сонный, и невнимательный, будешь делать ошибки, будут какие-то проблемы. Вот, то есть, что нам говорит, ложись спать, или вот там сейчас садись есть, или наоборот, хватит уже есть, там, и так далее. Что нам говорит эти вещи? Какой голос нам это говорит? Это и говорит голос разума, это чувство меры, это гуна благости просто, понимаете? Ну, это просто тому, кто находится в гуне благости. А? Что-что? Это просто для того, кто находится в гуне благости. А для того, кто не находится в гуне благости, Кришна заставит в нее подняться. Потому что если человек нарушает эти законы меры, чувство благости, он будет страдать. Цена за нарушение чувства меры – страдание всегда, понимаете? Переешьте – будете страдать. Понимаете? Не доспали – будете страдать. Перележали лишнего на солнце – будете страдать. Сгорите, понимаете? Пересидели в холодной воде – будете страдать. То есть за любое отклонение чувства меры будете страдать железно, понимаете? Поэтому человек, который не освоил эти вещи, значит, он будет вечно там, не знаю, то облизать, то что-то с ним будет происходить такое, либо он, и у него там какие-то проблемы будут постоянные там с пищеварением, с чем-то там еще, или с нервной системой из-за какого-то, не знаю, там недосыпа или перегрузок. То есть любой выход за пределы разумного, за пределы этой меры, они всегда брачат со страдания. Вот и все. Либо человек это, ну, просто принимает на основе здравого смысла знания. Нет, будешь страдать. Вариантов-то не существует, понимаете? Но просто есть люди такие более крепкие, у которых вот эта вот, ну, скажем, способность совершать ошибки долго может, да, то есть говорят, да, что там, какой-нибудь там мой дядя, да, всю жизнь там пил и не поймешь, что ел, и там 100 лет прожил и так далее. И теперь этот дядя становится образцом, как нужно жить, да, то есть, ну, мы же слышим иногда такие вещи, что вот там кто-то где-то там непонятно как жил, вы думаете, он сам будет работать, да, или тут куда-то нажать надо, а, он вроде раз-раз. Он горит зеленый, но какой-то ложный цвет, он не усиливает звук. То есть смысл в том, что все время находятся какие-то дяди, вот, какие-то исключения, которые показывают, что можно что хочешь вообще делать, и все нормально. Но эти дяди, они всегда являются исключениями, понимаете? А правило таково, что в основном, ну, люди, скажем, они не так долго им позволено совершать глупости, вот, и через какое-то время уже их тело, оно эти глупости просто не выдерживает. Поэтому хочешь не хочешь, приходится как-то его уже ограничивать эти. То есть гуна благости, она просто является минимальным стандартом человеческой цивилизации. Минимальным. Понимаете?
Поэтому даже вот, скажем, люди, которые употребляют что-нибудь, да, они говорят, пить надо в меру, понимаете? Вот такая истина, да, у них, что там, если ты не можешь не пить, хорошо, пей, но хотя бы в меру, понимаете? То есть даже вот люди такого уровня, даже они говорят, что хотя бы в меру надо пить, понимаете? Потому что если пить без меры, ну все понимают, даже полный дегенерат понимает, что это никуда не пойдет, понимаете? Да. Сейчас вам микрофон дадут, чтобы вас все слышали. Я не знаю, вы были на прошлой лекции или не были? Вчера, по-моему, говорили утром об этих всех видах и уровнях кармы, которые сгорают. Вот. То есть в целом мы говорим о трех типах кармы. Карма проросшая, прарабдха карма, это вот наше тело и наша судьба. То есть вот сколько мы проживем лет и чем эти годы будут, скажем так, наполнены. Каким количеством наслаждений или страданий, это называется прарабдха карма. Да? Вот эти вещи, как правило, не меняются. Немножко они смягчаются, но они не меняются. Другой тип кармы называется апрарабдха карма. То есть карма, которая находится в виде семян в нашем теле, и она в этой жизни еще не проросла. Это запас на следующую жизнь. Эта карма очень легко сгорает, потому что она еще не имеет форм, понимаете? Она не имеет форм. Одно дело сжечь семечко, другое дело сжечь дерево. Разницу чувствуете, да? А что такое дерево? Дерево – это проросшее семя. Семя сжечь очень просто, а дерево сжечь – это целое дело, понимаете? Так вот, вот эта вот прарабдха карма – это дерево. А прарабдха карма – это семена будущих деревьев, то есть будущих наших тел. Вот. И третий тип кармы, о котором мы говорим, это так называемая крия-мана-карма. Крия-мана обозначает создаваемое или творимое умом сейчас. И она имеет отношение к нашей прарабдхе, то есть к проросшей. То есть вот у меня есть определенный потенциал, какие-то возможности, это моя прарабдха-карма. И теперь вопрос, что я с этим буду делать, как я этим потенциалом распоряжусь. Знаете, куда это тратить будет? Это крия-мана. То есть вот сейчас я сижу и думаю, что мне со своей жизнью делать, да? Туда или сюда ее. Вот. И когда человек обретает духовное знание, его апрарабдха карма, она может легко сгореть, то есть будущих жизней, ну, у него может не быть, то есть как бы он уже свободен на будущее, потенциально свободен на будущее, да? Прарабдху ему нужно дожить. Определенное количество лет. Вот. И как он ее будет доживать, эту прарабдху? Правильно распоряжаясь ей, то есть крия-мана, то есть что он сейчас в уме своем творит, вот это определит вот то, что, допустим, я мог бы, допустим, я сжег апрарабдха, да, то есть какие-нибудь там семена на свои 100 будущих жизней, я их сжег, допустим, да, но если при этом я сейчас не буду правильно распоряжаться на уровне крия-мана своим умом, своей прарабдха кармы, я себе еще все-таки следующую будущую жизнь заработаю, понимаете? Потому что то, что я один раз сжег на 10 тысяч жизней вперед, это очень хорошо. Но сейчас же у меня есть свобода выбора, крия-мана, и поэтому я могу опять натворить много чего. Понимаете? Вот поэтому под влиянием духовного знания легко сгорает апрарабдха, то есть семена, которые... Вот, дерево, так сказать, оно горит, но оно дольше горит, естественно, чем семя. Да? Вот, и самое главное, на что влияет духовное знание, это на крия-ману. То есть крия-мана обозначает способность сделать правильный выбор, правильно распоряжаться своей вот этой вот заработанной прарабдха кармой, проросшей кармой. Понимаете? Окей. Санкет Бихари. А сейчас вам микрофон дадут. Уважаемый Кумар Прабу, у меня такой вопрос. В вайшнавской традиции принято давать имена с именем Дас. То есть Дас означает слуга. То есть это имя, напоминает, что мы слуги Бога, Бога. Но почему-то преданные они не обращаются друг к другу по духовным именам. Они говорят «Прабу». Вот. У меня вот такой вопрос. Это считаете правильно? И откуда это пошло? Это какие-то наставления очаря? Или это просто так сложилось, что мы не обращались друг по духовным именам, а просто говорим «Имя Бога».
На самом деле, некоторые преданные, в том числе и старшие, я знаю одного саньяси, духовного учителя, который именно так и обращается. Ну, у меня с ним раньше там бывала некоторая переписка, и он всегда писал мне там дорогой Враджендра Кумар Дас. Вот, ну, во-первых, он старше меня, то есть по положению, да, но мне это всегда очень нравилось на самом деле, вот, потому что это напоминало мне, кто я такой, да. Вот, на форуме Кришнару есть такая даже ветка большая, там, вот как вот правильно все эти там, да, в общем, там какая-то заруба, там, не знаю, очень, на очень большой, так сказать, объем. Но там есть очень интересные мысли, что в действительности, конечно же, мы не должны забывать это в своем положении, даст. Вот, и в общем, так сказать, ну, там кто-то делал попытку проследить, как Шрила Прабхупада обращался к своим ученикам и так далее. И там присутствует, в общем, ну, скажем, такой целый спектр вариантов. Вот, то есть это не так, что вот прямо какая-то, ну, вот однозначно и железно. Я могу кому-то там сказать, да я могу обратиться к вам по имени, сказать там Кет Бихари Прабу. Вот, при этом это Прабу, это не обозначает, что вы, слово Прабу обозначает вообще Бог. Это Бог, слово Прабу. Вот, Прабхупада это тот, так сказать, ну, учи, стоп, все остальные там Прабу, так сказать, пребывают. Ну, это как бы, это одно из имен Кришны, на самом деле, Прабу или Прабхупада. Вот, то есть это с моей стороны не утверждение, что вы там Бог или Господин, а выражение моего уважения, допустим. Да? То есть здесь очень важно понять, словесная форма и понимание, обращение, да, то есть я прекрасно понимаю, что вы не Бог там и так далее, вот, но если у меня есть к вам уважение, я это уважение выражаю, допустим, через слово Прабху, да, вот, но я также могу выразить свое уважение вам по-другому, я могу сказать Шриман Санкет Бихари Дас, уважаемый, да, Санкет Бихари Дас, понимаете? Вот, то есть я разными способами, я могу выразить свое уважение к вам, добавив вот это вот Прабху после имени, или я могу вначале поставить там Шриман, или там если женщина, там Шримати, допустим, да, женский род. Вот, то есть разные, ну, так сказать, лексические способы выразить уважение свое. Поэтому здесь нет какой-то такой, ну, железной, однозначной традиции, как оно должно быть. Вот, но есть общее понимание, что должно быть уважение. А способы уважения могут быть разными, как я сказал, либо так, то есть поставив там слово Шриман там, или, что-то, или в конце Прабу. Вот, потому что есть такие имена, которые, вот если, скажем так, добавить к ним Прабу, они как-то немножко, ну, как-то странно звучат. Ну, допустим, одного из известных учеников Шрилы Прабхупады, он назвал его Гуру Дас. Да? То есть, ну, Гуру Дас. Слуга, это имя такое, Гуру Дас. Вот, если мы назовем Гуру Дас Прабу, как-то звучит немножко странно. Потому что даст слуга, Прабу Господин, ну, какая-то вот, немножко какой-то диссонанс такой возникает, да. Вот, естественно, я не знаю, кто-нибудь его называл когда-нибудь там в жизни Гуру Дас Прабу, скорее всего, так все назвали, Гуру Дас, это было правильно, да. Хочешь выразить почтение, скажи там, ну, Шриман Гуру Дас, да, допустим, все нормально. Вот, поэтому здесь, скажем так, вот нету какой-то такой железной традиции на лексическом уровне. Есть традиция выражения почтения, и существуют разные формы фразы это почтение, либо через Прабу, либо там Шриман, Шримати, да, вот, и все, скажем так, в понимании коренится, потому что я же могу соблюсти внешние все особенности этикета, но при этом своим тоном выразить неуважение, понимаете? То есть внешне, на словах я вам выражаю уважение, да, сказал такой-то, такой-то Прабу, но тон моего голоса говорит о том, что я как раз не уважаю вас, понимаете? Поэтому здесь самое главное, это вот то, о чем мы сейчас говорили, да, уважение – это один из принципов, который должен, ну, молодой человек в начале жизни усвоить, уважение, да. Все остальное – это теперь просто способ это уважение донести через какие-то там лексические формы там, и так далее, понимаете? Вот, поэтому, ну, к тому же Прабхупаде, мы там сначала его называли просто Свамиджи, там, Гуруджи, да, потом Прабхупада говорит, это, ну, третисортное обращение, говорит, а как правильно, он говорит, ну, вот вы можете так, несколько вариантов, то есть он не сказал, здесь не было однозначности, кто-то говорит Гуру Махарадж, кто-то говорит там Гуру Дев, кто-то говорит там Прабхупада, там, или еще что-то, вот. То есть это, скажем так, ну, складываются с какой-то личностью, может быть, вот какие-то определенные традиции взаимоотношения. То есть принцип уважения, он не меняется.
Формы выражения уважения, они могут быть многообразны. Еще где-то здесь был вопрос. А, вот у вас, пожалуйста. Сейчас. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что вот все качества еще идут уважение к старшим. Да, все качества что? Ну, качество к старшим, уважение к старшим, первое, да? То есть послушание. Да. Вот один момент бывает, что в детстве, может, неправильно самскара получаешь, вот уважение к старшим пропадает, и еще сказали, что это грозит падением. Просто сложнее, не грозит падением, а если этого уважения к старшим не вложено в детстве, потом это сложнее, потому что уже человек, у которого вот этот подорван принцип принятия авторитета с детства, у него уже нет какого-то уважения, скорее всего, он будет в таком духе вызова или какого-то недоверия общаться с другими, и это само по себе создаст блок, скажет, препятствием для того, чтобы он же эту милость-то и получил. Потому что мы не можем получить милость старших, не уважая старших. Я не могу ничему научиться у учителя, которого я не уважаю, понимаете? Вот, поэтому главная это, скажем, вот эта вот идея принятия авторитета, это не то, что просто вот следование иерархии. Вот старший должен услышать и никаких гвоздей, да? Это чисто внешнее понимание. Но почему? Потому что я завишу от старших. Я должен уважать старших, потому что я завишу от старших. Я получаю их благословение, их милость, их наставление, и я ничего не получу, если я не уважаю их. Если старший видит, что я к нему отношусь с вызовом, он не будет со мной общаться просто, понимаете? Поэтому вот этот принцип принятия авторитета или уважения к старшим, он в наших интересах. Не то, что это иерархия придумала такой принцип, лежите мои пятки, да? Вот, я так решил, да, что вот это вот правильно будет, да? Вот. Нет, а смысл в том, что если мы хотим что-то получить свыше, да, вот, значит, мы должны к тому, кто выше, соответствующим уважением относиться. Вот и все. И последний вопрос, вот молодой человек там был в последнем ряду, да, передайте, пожалуйста. Отречение, непривязанность к плодам своего труда, это тоже результат преданного слушания? Отречение от плодов своего труда, результатов, это результат духовного знания. Вот, потому что Кришна говорит, есть такой хороший стих, 47 стих 2 главы Бхагавад-гиты, 2.47, почитайте на досуге, где Кришна говорит Арджуне, ты имеешь право только исполнять свой долг, но плоды твоей деятельности не принадлежат тебе. Вот, то есть я могу делать что угодно, но у меня никогда нет стопроцентной уверенности, что что-то получится. Допустим, мне сегодня нужно было почитать лекцию, да? Я думал, о чем мне почитать, как что-то там слушал, да, вот мне понравилась эта вот идея, думаю, надо бы ее передать людям, да, как-то осмыслить. Я составил для себя какой-то план определенный, да, вот я пришел с этим желанием поделиться с вами вот этой всей информацией. Но я не знаю, насколько сегодня лекция, так сказать, удалась, не удалась, вот я делаю все, так сказать, от себя зависящее, а возымеет это эффект на людей, вдохновит это зависит уже от Кришны или нет. Бывает, что ты что-то говоришь, ты говоришь, как будто с выключенным микрофоном, что вот нету сил, я говорю правильные вещи, а все оно как-то такое пресное, какое-то дохлое, слабое, недоходящее, лишенное силы, понимаете? А иногда вдруг ни с того ни с того чувствуешь прямо какое-то вдохновение входит, и, в общем-то, может быть, ты даже ничего особенного не знал, не готовился, но что-то такое пошло, и все. То есть я никогда не могу предсказать заранее, какой будет результат. Поэтому Кришна говорит, плоды твоей деятельности не принадлежат тебе, но ты имеешь право только исполнять свой долг. То есть понимание, что я всегда должен исполнять свой долг, а результат будет зависеть от того, Кришна доволен или нет. Понимаете? Или он, допустим, увидел, что этот человек чем-то возгордился, у него всегда все получалось, в этот раз у него осечка, он говорит, как так? У меня все время было все идеально, тут вдруг осечка. А для чего нужна эта осечка? Для того, чтобы он понял, что плоды деятельности зависят не от него. От него зависит только исполнение долга. И Кришна иногда где-то, может быть, чтобы вот сдуть нашу эту гордость, которая как вот воздушный шарик такой, он такой красивый, но он же пустышка, правильно? Шарики, да? Они же красивые, но они же пустышка, правильно? Вот точно так же вот, какая-то гордость, там что-то еще, чувство там, своего достоинства, что-то еще, это пустышки, понимаете? Хотя мне кажется, что они какие-то важные. Вот поэтому Кришна
говорит, видишь, это пустышка, бум-бум-бум-бум, все полопало, это все пустышки были. Вот. А все, что ценное, это вот твоя способность дальше исполнять свой долг. А плоды могут не быть, дело не в этом. И поэтому, когда он определяет йогу, в следующем стихе, это было, я вам сказал, 2.47, следующий стих, 2.48, где Кришна определяет йогу, он говорит, сидха, сидхи, самобутва, самотвам, йога учат. И он говорит, йога это называется состояние, когда человек продолжает исполнять свой долг, независимо от того, получает он результаты, сидха, или асидха, или неудача. Понимаете? Успех, неудача – это совершенно разные вещи. Но Кришна говорит, йогой называется, а вот это вот сбалансированное состояние ума, когда человек продолжает выполнять свой долг, независимо от того, сопровождает его деятельность либо успех, либо неудача. Сидха, сидхи, самобутва, самотвам йога учит. То есть йогой называется состояние самотвам, равное отношение сказать, к плодам и неудачам. Самое главное – исполняй свой долг. Понимаете? Что-то еще? Все? На этом мы закончим. Шримад Бхагавад-гита ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Говинда джая джая, Гопала джая джая. Говинда джая джая, Гопала джая джая. Govinda jaya jaya Gopal jaya jaya Govinda jaya jaya Gopal jaya jaya Radha Ramana Hari Govinda jaya jaya Radha Ramana Hari Govinda jaya jaya Govinda jaya jaya Gopal jaya jaya Govinda jaya jaya Govinda jaya jaya Gopal jaya jaya Govinda jaya jaya Gopal jaya jaya Govinda jaya jaya Gopal jaya jaya